Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из Турции. Турция рассчитывает вернуть российских туристов с 15 июля. Турецкий МИД назвал 15 июля вероятной датой восстановления, по крайней мере, регулярных рейсов в Россию. Соответствующий документ уже представлен в министерстве. На данный момент ждут только подтверждения с российской стороны. Как заявляет турецкий МИД, в связи с тем, что ситуация с коронавирусом улучшается и в обеих странах предпринимаются попытки возвращения к нормальной жизни, планируется принять меры по восстановлению регулярного авиасообщения. Подтверждение с российской стороны ожидается. При этом с Белоруссией и Украиной Турция планирует вернуть авиасообщение уже 1 июля, с Казахстаном еще раньше, 20 июня, а с США только 1 сентября. Напомним, что Турция планирует провести VIP-тур для 60 послов из разных стран, чтобы продемонстрировать им свои меры безопасности от аэропортов до отелей, в том числе приглашена и Россия. Немногим ранее президент Эрдоган, отвечая на вопросы турецких СМИ о состоявшемся у него телефонном разговоре с президентом России, заявил, что попросил Владимира Путина позволить россиянам приехать на отдых в страну, так как они соскучились по Турции. Аналогичные переговоры турецкий лидер провел с руководством Германии и Великобритании. Как мы уже и сообщали раньше, турецкие власти в середине мая запустили процесс телефонной дипломатии с ключевыми странами для скорейшего возвращения туристов на курорты и уже договорились с 40 странами о постепенном возобновлении авиасообщения. России в этом списке пока нет, однако она есть в качестве одного из приоритетных направлений в плане восстановления международных маршрутов, обсуждаемых в российском правительстве. Визу на возобновление международных перелетов Минтранс просит с 15 июля. На сегодня у нас по Турции все. Оставайтесь с нами и следите за новостями. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следите за туристическими новостями и оставайтесь с нами. Впереди еще много всего нового и интересного.